Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа, с вами Ультра Азурлейн, и сегодняшней темой видео является патч от 27 августа для англоязычных серверов. Патч очень короткий, новостей совсем мало. Во-первых, с 27 августа по 10 сентября будет доступна распродажа лимитированных скинов, которые были в продаже не позднее 7 мая. Понятно? То есть, получается, скины на Ришелье, например, получить с этой распродажи, купить их не получится. И, разумеется, под распродажей разработчики имеют в виду, то их можно будет купить, а не то, что они будут со скидкой. Да, каламбур. И, во-вторых, то же самое фигня будет происходить в то же самое время, с 27 августа по 10 сентября, с фурнитурными сетами в дорме. То есть, можно будет купить себе что-нибудь прикольное в дорме. Пожалуйста, тоже приценитесь, посмотрите. Я накопил где-то около порядка 9000 дормовой валюты, так что думаю, к этой распродаже точно приложу руку. На ретрофит на Warspite, где нужно было получить меч, заканчивается, надеюсь, вы это уже сделали. И то же самое уже подходит к концу скин на Z23, где она стоит в книжном магазине, вот его уже больше не получить. И на все про все уйдет 6 часов, то есть да, казалось бы, но тех работы пройдут 6, блин, часов. Но я все-таки решил провести сегодня в 6 часов вечера стрим по Азурлейну, почему бы, спрашивается, и нет. Хотя, как вы понимаете, в патче контента особенного-то и нету. Но что поделать. Пишите, пожалуйста, будете ли вы пользоваться распродажей данной, приобретете какие-нибудь скины, может быть несколько, и что думаете насчет фурнитуры в дорме. Всего хорошего и до новых встреч!